Красиво и нежно сегодня начался прием одаренных детей в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Московской администрации города Бреста. Эта традиция дарит детям незабываемые впечатления, ведь так важно, чтобы их заслуги были замечены не только родными. Сами юные герои праздника признаются, что стать участниками такого приема очень почетно и очень волнительно. Мне кажется, что без волнения при встрече с такими людьми никак не обойтись. Конечно, оно присутствовало, может быть, небольшое, но все равно оно было. Когда заступал первый раз в Брестской крепости на пост памяти номер один, это волнение также присутствовало, оно было большим. Сейчас заступаю уже третий год, оно не настолько велико, но все равно присутствует. Я очень волновалась, я очень рада, что мне выпала честь принять участие в нашей акции «Наши дети». И очень волновалась, но мне очень понравилась акция, очень приятно было увидеть таких личностей. Праздник без подарка – не праздник. И без сладких угощений не остался ни один участник мероприятия. Школьники, которые в учебе, спорте или творчестве отличились особенно, были награждены еще специальными сертификатами. Таких талантливых и увлеченных ребят в Московском районе немало, поэтому выбирали сильнейших из лучших, а это 27 человек. И в этот раз это не только старшеклассники, но и ребята из младших классов. И всем им есть чем гордиться. У нас действительно очень много талантливых учеников, да, которые проживают на территории Московского района. И вот видели, сегодня мы позвали на эту акцию наши дети, детей разных возрастов, да, и совсем маленьких, и уже выпускников школ, которые будут уже в следующем году поступать в высшие учебные заведения, да, там определяться своей профессией. И они все разносторонние, да, и кто-то победитель Олимпиады, кто-то занимается в практических классах. Очень много различных победителей в творческих конкурсах, да, много спортсменов. Кто-то получает эту награду впервые. Для него это тоже большое знаменательное событие, именно то, что оно происходит в начале, скажем, когда был дан старт республиканской акции «Наши дети». А действительно, нам есть чем гордиться, потому что у нас, и даже если взять по результатам сдачи там централизованных экзаменов, да, в общем-то есть много стабальников, да, и у нас два выпускника по двум предметам получили 100 баллов. Шестиклассница Ева Усик в столь юном возрасте неоднократно побеждала на конкурсах талантов. И поэтому на приеме она выступала не только в роли награжденной, но и подарила присутствующим зимнюю песню. Я чувствую ответственность, потому что я хотела попасть на районную елку, и я сюда попала. Новый год, Рождество, я загадала только одно желание – попасть в знаменитый лагерь «Орленок» для там популярных, ну, тех, кто поет и награждает много грамот. Поэтому я выступаю в многих мероприятиях, включая районных конкурсов. Именно эти юноши и девушки, которые сегодня школьники, через определенный промежуток времени вполне возможно станут определять будущее города, области и страны. Сегодня, саправды, вельми такі знаковый день, тому что черговый раз, уже 28 раз за пару стартовала республиканская добрачинная акция «Наши дети». Уже больше чверти стагодзя я накручусь по Беларуси, и все больше и больше организаций, представников улады включаются в всю эту добрачинную акцию. И, безумовно, про то, что оно так долго живе в нашей краине, говорить об том, какую великую роль наша держава и керовник нашей державы надают подтримцы наших детей и молоди. Это, конечно, и наша одураная, талиновитая молодь, которую мы сегодня ушановали в Московском районе. Это дети, которые находятся в складанных житевых ситуациях, живут в домах семейного типа, в домах-интернатах. И каждому мы стараемся уделить свое тепло, подарить свое тепло, потому что напередодні из таких добрых новогодних колядных святов. Встреча по радостному поводу, а еще и преддверии праздника, подарила всем собравшимся позитивный настрой. Подарки, полученные ребятами, а также напутственные слова, несомненно, станут стимулом для этих юношей и девушек к дальнейшему развитию. Ну а пока они остаются детьми, которые
тоже загадывают желания и пусть мысленно, но пишут письма Деду Морозу. Я от Нового года жду мира во всем мире. Вот, ну и, конечно, исполнение своей мечты, желания своего поступить в учебное заведение. А еще шоколада, подарков. Да. Ну и чтобы все было хорошо у всех, у близких, родственников, у меня. Я очень хочу, чтобы у моей семьи все было хорошо, все были здоровы, семейного всем благополучия, удачи, успеха во всех их начинаниях. Я жду от Нового года самых ярких эмоций, проведу это время со своей семьей, родными и близкими мне людьми, со своими друзьями. Поставлю новые цели перед собой на Новый год и буду всеми силами стараться достигать их. Пусть все, чего желают эти молодые люди, сбудется, а Дед Мороз и Снегурочка постараются, чтобы все было так, как задумано этими ребятами. Я щиро віншую нашу талановитую молодь Московского района с надыходящими новогодними калядными святами. Безмолвно, хотелось пожелать им мощного здоровья, новых достижений на користь Московского района и любимой Беларуси. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, «Новости Бреста».